Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как я делаю топленое молоко в простой обычной печке. Вот я купила 2 литра молока у наших соседей, они держат корову, и периодически мы у них покупаем молоко. Отливать я буду, здесь 2 литра, я отливать буду литр, и топить я буду вот в такой вот посудине. Это керамический горшок, в нем я буду топить наше молочко. Так. Вот мы видим, что печка у нас, дрова прогорели, остались угли, но угли еще большие. На такой жар молоко лучше не ставить, потому что оно просто все выкипит. Будем дожидаться еще минут 10 и уже будем ставить вот на эту решеточку, будем ставить нашу вот эту крынку с молоком. Вот мы видим, вдали угольки уже почти прогорели, практически ничего не осталось. И вот эту нашу емкость с молоком мы ставим вот на самый краешек нашей печки, на решеточку. Ничем сверху мы не закрываем. Закрываем дверцу, закрываем трубу и оставляем наше молоко топиться приблизительно часа на 2. Вот что у нас получилось через 2 часа. Вы видите, сверху пеночка коричневая. Молоко хорошо у нас протомилось в горячей печке. Поменяло свой цвет. Оно стало вот таким, стало... Я уже тут отодвигала немножко. Цвет стал такой кремовый. Оно не белое. Оно вот немножко стало такого... Потемнее немножко цвета. Для чего я топила молоко? Можно, конечно, его и так пить, оно очень вкусное, но я хочу из него приготовить ряженку. Я уже делала несколько раз, мне очень понравилось. Как-нибудь я тоже выложу ролик о том, как это делается. Ну, а так, и сегодня я вам показала, как быстро, тоже в домашних условиях, совершенно легко, не заморачиваясь, сделать вот такое топленое молоко из коровьего молока.